Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Саврекс, Фокс, ОлТВ, Дэн, Плеймарк, Гусанёк, Кисьми, Угабуга. Пацаны, скажите классные слова. Всем привет. Всем Плеймарк, привет, пацаны. Всем классным ОлТВ. Весело. Ждали все рубрику «Чужой нападает на пиццерию и хочет взорвать всех аниматроников»? Смотрите, первый у нас раунд будет «Маленькая бомбочка». Но последующие раунды будут все больше и больше. И последний раунд будет просто гигантская бомба, которая будет просто здесь на всю пиццерию. Если хотите кушать, приятного аппетита, и начинаю веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. А вы где? А ты мы дома. А ты где? Ну я вот где здесь вот залажу. Вот он. Где? Ну это, знаете, как всегда, пробное. Сейчас же все будет жестче и жестче. Пусть порадуется немножко. Пусть. Да. Фокс, залез. Это я проверяю ваши возможности, насколько вы сильные. Блин, побежал. Кто? Я же большой! Ну вот видите как, легко и просто оказалось. Дай сюда. О, привет! О, привет, стой! Ай, какой ты вкусный! Ребята, я сейчас поставил спауны далековато, теперь им надо постоянно бежать. Иди вкусный. А, жизни мало. Вот бомбочка. Ну она тоже жахнет. Конечно, не так мощно, как хотелось бы, но она жахнет. Не жахнет. Жахнет, не бойся. Не боюсь. Ну, он тут. Эй, больно! Так, Саврекс, осторожно с этой игрушкой. Слушайте! Так, ну это понял. Ну это старая схема, да? Нам все равно. Он сейчас начнет убивать. Так, как же мне так делать, чтобы вас всех поубивать и в это время как-то... Не так. Давать бомбу. Блин, вот это читерское оружие побрали. Кстати, серии СМ2 обновили. Теперь появилось какое-то электрооружие мощное. Ты чё целишься на меня? Ты чё, голова пластиковая? Ай! Ладно, да я поддался в этот... Да ладно, блин! Да вы какие-то жесткие! Но я не буду так дружить с вами. Так, аниме. Ну, качалки, понимаешь? Ну, давай дружить, чё? Не понимаю я. Так, аниматроники, друзья, надо его обхитрить. Я боюсь, я его не вижу, я поэтому боюсь. А он где-то... Я, кажется, понял, где он. Он в пиццерии уже. Вы что, гоните? Я бомбу толкаю уже, блин! Вот этот чужой может взрывать бомбу. Я могу дамаг, слышите? Звук дамага проходит. Теперь моя цель, как-то добежать до бомбы и постараться ее ударить зубами. Ты не сможешь. Смогу. Ай, больно! Ай, по животу. Ого. И червячело прыгает. Есть! Пропустили меня! Ребята, смотрите, как она жахнула, смотрите. А я вроде попал. Вот это огненный шар. Первый раунд у вас не сильно-то и получился. Раунд номер два. Теперь бомба побольше. Ну как побольше? Несколько раз. Пойдет? Пожалуйста, не этим оружием. Оно у него... Еще и бомбы теперь больше, и как бы, ну... Гусанёк, ну не нервничай, но ты все равно проиграешь. Он тут. Ой. Так, ой, блин, убили сразу. Ладно, это тоже я поддался. Ай, да что? А че он так сильно мучит меня? Да. Так, хорошо. Ну, Соня, раз ты такой умный, пора тебя наказать. Давай. Ага. Ребята, он возле бомбы, он активировал ее. Я активировал бомбу, да. Я ее даже двигаю. Не стреляй! Стреляй, пожалуйста, стрельни по мне. Вот я хвостом махаю, видишь? Где он? Я за бомбой. Ну, стреляй! Тихо. Да я его. Мочи его. Да блин! Да как? Ну блин, да я... Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы уже прямо сейчас влепили лайкосик. Ой, вкусный, ой, вкус! Ну блин. Как я не... Не успел. Ладно, не сработал. Хорошо, хорошо. Как мне повезло. Здесь. Ай! Сюда, блин! Сюда. Прям в живот! Привет! Косой! Не попадешь! Ай! Где он? А вот! А!
Блин, хорошо, дробаша попал, Дэн, молодец. Респектую тебя, полумолодчик. За это я тебя накажу. Блин. Так, надо Дэну, короче, быть в пиццерии, потому что он какой-то прям, это, пушечное мясо для Димаса. Не говори так на Дэна. А я буду говорить. Вот он! А-а-а! Да иди ты, отвали от меня! Еле вырвался, еще чуть-чуть. Ну угадайте, где я? Вентиляции возле бомбы. У бомбы. Вот он. Ребята, он в этом, к этой штуке. Ах ты! Так, через вентиляцию лезьте. А! Ай, повезло. Это моя бомба. А! Да что ж вы не хотите? Хорошо, я беру червяка и постараюсь сейчас опять его лупануть. Сейчас мы посмотрим, насколько они натренировались уже. Косой. Че, возле бомбы уже, пацаны? Саврекс, осторожно. Так, я уже рядом. Как они хотят меня замочить. Ничего у вас не получится. Да дай пройти, хорош. Они дом. Где он? А вот. Ай! Блин! Nice. Да ладно, 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 хорошо. Теперь я не поддаюсь. Да ладно, я до этого тоже не поддавался. Так, Дима, я готов тебя встретить в вентиляции. А, куда ты полез? А, это, блин, так на морозе лез, и никто меня не видел. Не чужой ходит за ним. Вот какашка какая-то прыгает. Ты же понимаешь, что это самый легкий левел, который может быть? Ой, ой. А, я тебе жизни нормально подамажил там? Я думаю, да, нормально. Ах ты, блин, иди сюда. Ты видишь, как я прыгать могу высоко? Я тебя голыми руками замочу. А, да, Димас. Все, хорош шутки шутить. Ой, ой. Ребята, вон. Нет. Вот теперь. Не рад, как вы перед смертью замочили. Ладно. Шутки кончились, пацаны. Ну-ну. Теперь я должен вас... Гусюняк, а что ты вздыхаешь? Ты расстроился? Да. Ты же хочешь, чтобы все играли хорошо, как ты, да? Да. О, привет, как дела? Только не у всех скилл, как у меня. Это да. Че ты в подвале? О, привет. А, больно животу. Так, пацаны, он в этом штуке этой, в подвале. Да, я в подвале. Он уже в офисе. Он возле бомбы уже. Так. Бомба! Бомба! Так, тихо, 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 тихо. Он там, не приближайтесь. Отлично, отлично. Пойдет, мне нравится. Как же мне ее подвинуть? Это жопа. Не подвинешь. Тяжелая бомба, тяжелая, не спорю. А! Хорош. Да как ты через стены это... А это через окно можно дамажить, ты что, не знал? А, ну да, решетка же там такая, клипенькая. Эй, ты по кому стреляешь? Ай, больно! Хотя ни разу не попал. Ого. Ай, блин, я так как дурачок прыгал. Дэн, ты чё? У тебя читы какие-то, что ли? Чё так хорошо стреляешь? Вот опять эта личинка. Ай! Да потому что эта личинка может единственная, только я могу взорвать ее, другой никто не может ее взорвать. Я хочу посмотреть, куда ты запрыгнул. А, вы хорошо. Блин. Пройдешь. Ты пройду. Не пройдет. Интересно. Ай! Да пацаны, пускай он пройдет. Да не надо, нет, не жалейте меня, не жалейте. Жалейте, жалейте. Ого, он подлетел. Некрасиво, ой, красиво. Да что ж за дробаш у тебя мощный. Куда офигел, Сань? Так надо, опа. Все, теперь жалеть тебя нельзя. Да вас чего? Ладно, да и не надо жалеть. Никогда не жалейте меня. Бьем. Так как, блин, я даже в пиццерии не могу зайти. Что они делают? Хорошо, хорошо. Слабенький ты что-то. Нет, выбор. Кто, я слабенький? Да ну тут тебе поддаются просто. Придумал тактику против Димаса, просто надо стрелять по выходу. Так, он полетел в эту штуку, эту, в пиццерию. Ой-ой. Так, он двери опять закрывает. Заходи, заходи. Нет, лучше выйти. Нет, заходи. Да не стреляйте, рикошет. Стреляй.
А я бомбу не могу двигать? А у нас в пиццерии подарочек в виде ДНА. А кто стреляет? Кто там? А Мишка Фредди. Это Дэн. Так, я изучаю, как здесь устроена вентиляция, чтобы вас красиво наказать. Так, ЛТВ, пошли. Ого, тут дырок в стене. Хе-хе, друшлак, а не пиццерия. Туга-буга, лезь быстрее. Да я лезу. А чё вы, пацаны-то? Мы боимся. Не бойся. О, во! Сейчас мы отсюда начнем, будем продвигаться в ту сторону. Это я. Так, он, кажется, с подвала продвигается или где? Отлично, плеймарк есть. Тихо, уничтожаем потихоньку. Есть. Больно, больно, больно пробили почину. Бочину меня прострелили. Он в вентиляции где-то. Не можем. Нет. Вы должны уже бомбу были взорвать. Нет. Да. Так он ест, он там кушает всех. Я всех ем, я обжора. Давай. Вперед. Так, он ушел. Да блин, бомбу кто-то сдвинул, это я, конечно. Я не сдвинул. Ай. Все. Теперь самый сложный левел, который, пацаны, вы можете увидеть от меня. Интересно, какой же это? Нет левела, которого мы не можем вывести. А я вот. Да ладно, ладно, ладно. Интересно, как далеко он сможет залезть за эту личинку. Ребята, он где-то в пиццерии. Ай, в воздухе, блин! Хотите со мной жестко повоевать, да? А вы нормально? Вы друг друга мочите, ничего страшного, не? Так. Он зашел в пиццерию. Блин, я даже смог зайти. Меня свои же мочат. Да вы закепайкековали. Запекали меня. Пикали. Что это? Он чужой, ребят. Как дело? Ой. На крыше. Очень вкусный, очень. Мне нравится. Кидай гранату. Пацаны, бомба. Что бомба? Он, наверное, к бомбе пошел. Совершенно верно. Да не. Я так не думаю. Правильно и делаешь, так не думаешь. А мы не думаем, он такой, хватит, нету бомбы. Ты запек! Да смотри, что они делают. Ну все, пора бомбу взрывать, пошутили и хватит. Нет. Оно уже активировано. А ты что думал? Ай, больно, 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 не стреляй! Он майтит. Дима сказал, дитяцы! Он там личинка или кто? Личинка. Бомбу толкали. Вот он. Ай, больно, больно! Ай! Интересно, а если вентиляцию гранату кинуть? Не надо. Да как? А я ж могу деградировать и в маленького, и в большого, правильно? Есть, мы взорвали! Кто взорвал? Смотрите, какая сейчас будет бомба, которую надо пацанам защитить. Оцените, это размер обычного человека. Раунд начался. Вы теперь, получается, должны сделать так, чтобы я не смог забежать в пиццерию? Да. Я внутри. О, спасибо, что дверь открыл. Да нет! Мне такое ощущение, что вы взорвете сами. Так она уже активировалась. А, да? Молодцы. Привет! Я был сзади тебя все это время. Ну, где? Вот. Где он? Ну вот я, вот. Блин, я под бомбу. О, я вот залез. Нет, я не могу под нее залезть. Вот я, смотри. Стреляй. Ума у тебя прям много. На самом деле он стрелял по мне, но у бомбы какой-то очень большой хитбокс. Да, хитбоксы. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока.